600 копиях, ребят, это очень серьезно для фильма, который, ну, не изначально я не делал его для кино, ну, потому что, как бы, это фильм дань уважения нашим родителям, бабушкам, дедушкам, те, которые любят этих актеров, которых мы собрали. Мне хотелось, чтобы еще подарить им полтора часа знакомства с их любимыми героями их молодости. Хиджаковы, Демоляевы, Боярский, так сказать, понимаете, Баширов, Штиль. То есть те герои, которых они жили, а которых они Башаров, помнят, да? И которых давно уже, несколько, не знаю, 10 лет больше, тоже всех вместе не видели в кино, в новых фильмах. Старкость показывает, когда оскомину уже смотреть невозможно, потому что знаешь наизусть каждую реплику, каждый стык и так далее. Вот, поэтому это фильм для наших родителей, в первую очередь. Я уже сделал все, чтобы дети на него не пошли. Поставил там эротические сцены, там, сделал плюс 16, чтобы, не дай бог, не было детей. Вот, что это для фильм для моих родителей, для папы, для мамы, для всех наших, для старшего поколения. Вот, это для вас, думаю.